Вот, начинается бой, прямой эфир. Святослав Коваленко с Александром Емельяненко. Ребята, это вообще какой-то просто, блядь, ужас. Александр Емельяненко уже с этими, с блогерами дерется. Это, уверен, по той простой причине, что, скорее всего, он бойцов реальных просто не вытянет. А это хотя как-никак о себе маленько дает знать. Ему скоро будут предлагать подраться просто-напросто эти пенсионеры, Легенды. Легенды — это та, которая, я не знаю, на победе своей остановился, и тут ему еще кто-то решил скинуть бой. А он один бой проиграл, хочет еще один проиграть. И уже это будет не легенда, а не знаю что. Зачесался. Ёкарный Попович. Саня, Саня, Саня. Ты просто, наверное, хочешь до сих пор оправдывать вот этот вот феникс, который постоянно возрождается. Да. Внешность, конечно, ты изменил свою конкретно. Большие знания. Вот. Один ему уже показал большие знания. Вот еще прогон конкретный. Такой стоит, как будто ничего не происходит. Ну, вот и снимайте, ребята, это все тоже на свои смартфоны. Начало. Напоминаю, что все.
все-таки здесь уже удары ногами, само собой, можно переводить в партер, не более минуты, правда, находиться в этом положении. Да, и Александр уже пустился в ход своей колени. Спокойно, хоть и пропустил в начале боя удар справа, но спокойно, сохраняет спокойствие и вообще отвечает. Да уж, ёкарды баба, вес маленько не тот. Наотмашь, не наотмашь, один хрен давит. Да. Устал Святослав, посмотрите на его мимику, открыт рот, конечно, это первая вспышка, первый раунд против Александра Емельяненко, против него Имер. Как ни крути, это все-таки Имер, мастер спорта нижнего класса, поэтому нужно постараться, Коваленко. Пока эмоции, но все-таки медленновато действует Александр. Да, удар в топ, снизу его любимого мимика, видит перфоты, скорости по упалу, все у Емельяненко. Оба, короче, встали. Ну это просто вообще какой-то... Ужас, ребята, ужас. Вот это, короче, вообще, я вообще в шоке. Я просто в шоке. Емельяненко бьют. Короче, это вообще просто. Дацик бьет. Ой, Измайлов бьет. Теперь еще и этот Коваленко. Да. Я думаю, Саша, тебе надо прекращать. Вот эти все. И не вестись, блядь, на все эти, как говорится. Выдергивание тебя на ринг. А то это войдет в привычку, короче, и тебя начнут бить все. И школьники включая тоже. Поставить некий момент, потому что все-таки Коваленко, мне кажется,
под 2 метра Александра Емельяненко с бортером. Вот как раз наносит Емельяненко удара. И еще Дерконда пропускает Коваленко. Коваленко, может, пропускает. Тогда, если не будем забывать, только сейчас лежал Александр. А это идет плюсом Коваленко в копилочку. Задышался тоже маленько. Ой, я не могу, просто ужас. Ну вот что мы, собственно говоря, видим. Пропускает раз за разом через левую руку Александра Емельяненко. Тем не менее, хочу напомнить, что несмотря обалдеть, это короче. Падение, в конце этого раунда... Вот вам повторение, ребята. Решит все, да. Решит все. Это финальный раунд главного вечера сегодняшнего карда. Главный бой сегодняшнего вечера. Александр Емельяненко против Коваленко. Да это что за это вообще? Ну вот только в партере, может быть, и не даст размахаться. Локтями и не бьют никто. Да какой залом там, господи. Хоть бы так, пускай повозится маленько залом. За кувалду залом. Да нет, 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 нет. Ой, надо смотреть, надо смотреть. Охренеть. Ну, по всей сути, наверное, даже... Если отдадут бой, пояс Саши Емельяненко, то это, мне кажется, только из-за этой
Я не знаю. Или из-за фамилии. Охренеть. По-дружески. Ничья. Итак, в этом бою раздельным решением судей победу одержал и стал чемпионом бойцовского клуба РЕН-ТВ боец из синего угла. Обалдеть! Ой, я не могу. Саша, иди в блогеры, Саня, иди в блогеры, просто, честное слово. Мне тебя просто не то, что жалко, даже слов нету. Несколько слов победителю. Давайте встанем лицом к камерам, чтобы страна видела тех, кто устроил им великолепный... Да.